Я бы просто парень без собственных фишек, и все бы оставалось так. Но в поиске старых гирляндных книжек однажды я залез на чердак. Огромный динамик, покрытый пылью, с азартом зашипел винил. Старый рок-н-ролл мне приделал крылья, и страстью моей стал винил. И оправдываться нечем, тянут нервы, но и печень. Дисками завален стол, и с утра по самый вечер все колбасит, рвет и мечет. Колеса машин крутятся ночью и днем. Кем хочу стать, я еще не решил, но знает про меня весь дом, что я был просто парень без собственных фишек, и все бы оставалось так. Если в поиске старых гирляндных книжек я однажды не залез на чердак, я однажды не залез на чердак. И оправдываться нечем, но и печень мыслями завален стол. И с утра по самый вечер все колбасит, рвет и мечет. Старый добрый рок-н-ролл. И как минимум лет 20 будем жечь и развлекаться. Яркий галстук к нам идет по проспектам и аллеям, по почтенных юбилеям. Мне кажется, удалось, да, мне кажется, попали в то настроение, в ту интонацию и в ту эпоху старым добрым рок-н-роллом, который, как поется в песне, будем удивлять народ. Прямой эфир 617-5197, номер нашего телефона, группа «Стиляги Бэнд» в гостях у меня сегодня. Кто автор песни? Луиджи. Я автор музыки и мой друг поэт, который говорит, что, представляете, мне Тёма П. написал текст. Тёма П? Тёма П. Просто Тёма П. Тёма П. То есть никаких амбиций у него таких поэтических уже нет. Ну, не знаю, мне кажется, это так скромно, да. То есть ты еще и композитор тоже, да? Бывает. Бывает, пишешь что-то для коллектива, да? Да. Или для сольного творчества? Ну и то, и другое. Я допускаю, что каждый играет, наверное, еще в каких-то своих проектах, да? Объединяетесь просто вот в этот вот проект стиляжный. У каждого есть разное настроение. Ну и вот мы здесь мы собираемся на стиляжное настроение, состояние настроения. Вот. Они у всех разные, как у всех людей. Вот. Мы не живем, мы не ходим так по жизни в костюмах, не ездим так в метро. Хотя иногда бывает, есть желание иногда, и мы периодически это делаем. Вот. То есть после концерта не переодеваетесь, садитесь также конечно, в метро, конечно, а иногда в метро и играете что-то тоже, да? Такое бывает. Ну, на улице, это современно на улицах было, да. Мне кажется, это, в принципе, сейчас никого не удивишь этим. Мне кажется, да, никто не испугается, да, как конечно, раньше, знаешь, Клёш пошел, ботинки на манной каше уже, не дай бог, ну, да, нет, рядом бывает, оказаться. Бывают интересные персонажи встречаются. Я только рад за них. И хочется пропозвать в себе коллектив для красочки, для такой, да? Да, в балет иногда. А, в балетная группа еще существует? Да. Я допускаю, что духовая группа трансформируется в балет, но периодически. Вообще мы можем расшириться до оркестра большого. К сожалению, наша небольшая беленькая студия не вмещает большого оркестра. Мария из Москвы. Мария, добрый вечер. Добрый вечер.